Дрелью работаешь? Как ты дрелью работаешь? Да, маме помогаешь, да? Ой, как ты маме помогаешь, а? Табуретку делаешь, да, которую разобрал? Все ясно. Молодец. Ой, как ты молодец делаешь. Получается? Ой, Яромир-то как делает, а? Посмотри на меня. Яромирка, ку-ку. Ой, какой умница, а? Помогаете маме и папе сначала разобрать табуретку, а потом собрать. Молодец. Продолжение 2. Теперь с мамой. Мама помогает. Старайся. Яромир продолжает делать табуретку. Да ладно. Ой, как у тебя получается, а? Давай, мама, поддержи. Давай, я хорошо подержу. Давай. Давай. Учи, давай. Маму научишь вот сейчас. Так надо делать, да? Папе. Да, как папу за делаешь. Папу, да. Ты как папа делаешь, конечно. Да. А, не получается что-то, да? Аж язык вытащил. Угу. Ну что делать? Мужик. Давай, давай. Ой, ой, какой. Ой, ой. Молодец, его аж ты. Ну, аж потрясывает. Ой, вот, да. Молодец. Все, ну-ка дай посмотрю, как отремонтировал. Ну-ка дай посмотреть. Все, просверлил дырочку. Отверстие сделал. Морда такая прям. Тихо ты, не убейся. Мужик сосредоточенный. Язык выпадет. Аккуратно надо, сын, аккуратно. Молодец.